На сегодняшний день достаточно большие проблемы возникают в отрасли в связи с тем, что есть недопонимание в законодательстве. Это связано, опять же, в отрасли проблема в том, что НДФЛ. То есть мы сталкиваемся с тем, что основная масса людей боится сдавать лом, то, что у них завтра возникнут проблемы с налогообложением. Поэтому мы сейчас ратуем за то, чтобы согласно всех вот этих вот наших проводимых мероприятий совместных, принятие участия всего бизнеса непосредственно, ломозаготовительной отрасли, также металлургов, для того, чтобы отменить НДФЛ, для того, чтобы увеличить ломосбор и упростить жизнь всем участникам этого рынка. Роль форума заключается в том, чтобы собрались единомышленники, обсудили проблемы отрасли и приняли какие-то решения, пришли к какому-то консенсусу, каким путем идти и, соответственно, давать предложения нашему правительству, что нужно поменять для того, чтобы упростить процессы, которые сейчас происходят, чтобы всем было проще жить.